В общем, назовите любую песню, я эту песню спою. И пускай капает, капает с неба, звук поставим на всю, и соседи не спят. Денег не прошу, просто назови песню любую, какую там знаешь. Так если ты не знаешь, что тогда? Что случилось-то? Помочь, может? Наконец-то мою песню заказали. Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль. Это «Хижина музыканта». Сегодня выбрались на улицу, то есть покинули хижину, чтобы снять для вас более интересный контент. Будем подходить к людям и просить их заказать любую песню. Я постараюсь петь эту песню под гитару. Если интересно, ставь лайк и поехали. Парень, привет. Сыграем в игру «Заказать»? Дружище, извини. Окей. Ребят, сыграем в игру «Закажите любую песню, спою». Просто любую песню назови. Ребят, сыграем в игру, назовите любую песню, спою. Ничего не требуется, просто. Здрасте, вы что-то ведете, да? Нет. Нет? Фоткаете? Прикольно. Нужны. Вы нам нужны, да. Песню? Да, любую. Да, я постараюсь ее спеть. 10 секунд, раз. О, этого. Да как его, когда нам еду? Ну давайте лолипоп. Ёкаламане, ну чё? Морган, это Морган. Нет. А, в смысле лолипоп, который есть. А, вот этот же есть. Морж Панамера, Акин по колено. Ну что за манера, танцует Макарена. От твоего вида внутри всё кипит. А что будет, если поцеловать тебя? Хорошего дня. Спасибо. Ага. Привет. Привет. Давай Привет. Сыграем в игру. Давай. Закажи любую песню, постараюсь петь ее. Рамштайн. Ну вот этот. Духас. Давай, давай, давай. Саша. Давай, че? Мокрый кросс. Мокрый кросс? И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. Девчонки, привет! Назовите мне любую песню, я постараюсь ее спеть. Блин, просто назвать песню тяжело. Любимую какую-нибудь. Спою и все. Сияй? Давайте. Я же ничего за это не прошу. Да, блин, да. Давайте отойдем чуть-чуть. А то не слышно будет. Сияй, сияй. Если твое тело во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня, но не улетай. Просто сияй, просто сияй, сияй. Все? Молодец. Спасибо, давайте успехов, удачи. Вон чуваки справа, возьми его розовый. Парни, здорово, закажите песню, спою любую. Ничего больше не требуется. Да. Какой-нибудь. Да, это так сложно. Современно. Что в голове есть? Современно. Да, современно. Юность. Юность? Ну, давай. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Хорошего дня. Спасибо. Да? Чё? Здрасте, мы снимаем интересное видео для Ютуба. В общем, назовите любую песню, я эту песню спою. Ну, по крайней мере, постараюсь. Что в голове сразу? Давай Сансара. Нет, Сансара. Нет, нет, Сансара, хочешь Сансара. Давай, Сансара. Погромче. Да? Погромче. Что погромче? Спеть, спеть. А, да. Когда меня не станет, я буду петь голоса. Еще ты шантаж хотел, да? Давай, шантаж. Шантаж.
костюм Насти, обнимай животный мир. Деньги валятся из кап, надо душу отвести. Хочется и отдохнуть в красоте элитных штук. Только что без лишних слов, не переживай, лови. Дымится на столе шантаж, длит на столе шантаж. Все лови, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Спасибо. Молодец. Ну все, успехов вам. Как? Давай. И если вы хотите играть так же и петь, как видите, это действительно работает, вы контактируете с людьми, общаетесь. Нужно уметь петь и играть всего лишь. А этому я вас могу научить, как свои 5 пальцев. В описании есть все мои самоучители и моя школа гитары и вокала. Переходите, изучайте, играйте, присылайте мне видео. Песню. Можно? Давайте сначала песню закажите, да, какую-нибудь, я постараюсь петь. 5 секунд, другое. Другое? Да. Давай вот это. Только не татарскую, а юность, давай. Звук поставим, звук поставим на всю. И соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Спасибо. Классно. Ребят, привет. Запишем небольшое видео. Закажите любую песню, постараюсь ее спеть под гитару. И все, в принципе. Давай. Какую песню вам спеть? Что, любую скажите. Эй, посмотри, 2 мульта на мне часы, 3 на шее, 7 под жопой, мне чуть больше 20. Эй, цепь на мне, сыпла В, сотка тысяч на БКВ, сотни сук хотят ко мне, сотни сук хотят ко мне. Как дела, это новый, как дела, делать деньги, делать деньги, делать деньги, ведь вот так. Спасибо. Хорошего дня, давайте, пока. Привет. Привет. Закажи любую песню, я ее спою. Если не спою, то тебе даю 100 рублей. Сейчас, подожди, подумаю. Давай «Не влюбляйся». Вот это правильно, правильно. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Нет, твоя вина. Наконец-то мою песню заказали. Вот. Офигеть! Все, забашляем, классно, потом классно, договоримся. Классно. Все. Давай, пока. Привет. Извините, а есть минутка? Нет. Нет? Что случилось-то? Нет. Помочь может? Нет. Да? Уезжаем от вас просто. Ехать не можем. Печально. А вы песню слушаете? Можете назвать что-нибудь, чтобы я спел? И все на этом. Русского, наверное, не знаю. Ой, вы снимаете еще, ребята. А что, ну вы в маске же. Блин, вы такие уставшие, просто уехали. Ну вы в маске. Давайте, что сами хотите. Не, ну назовите, что вы слушаете из русских, не знаю. В голове что-нибудь есть? Всякая ерунда тут. Давайте из Цоя. Цой? Цой, Цой, ну давайте. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Но все равно увидите. Спасибо большое. До свидания. Ребята, привет. Сыграем в игру. Закажите любую песню, я ее спою. Вообще ничего не требуется. Любую песню назовите, какую слушаете. Какую? ЛСП? Ну давай. И удалила свой ВК навсегда. Теперь не знаю, как мне жить.
Не предъявил ее пацан, бла-бла-бла. Чтоб я не смел за ней ходить никуда. Бабок очень много у его отца, как и связи, а сам он, в общем-то, мудак. Спасибо. Давайте. Привет. Классная гитара у тебя. На Алиэкспрессе заказывал, да, наклейки? Да. А давай вместе поем что-нибудь. Какие песни знаешь? Давай, Коржа. Ну тебе, Коржа, конечно, петь. Ну давай, Коржа. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец. Есть у меня своя волна, и на своей волне меня где-то поджигает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал: я выбираю жизнь в кайф. 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 Спасибо, классно поешь. Раиль? Очень приятно. А здесь не доучиваешься? Нет, я поступила в колледж педагогический. Ну, то есть я приехала ради свободы, точно. Ну, ты? Ради возможности. А ты откуда? Да, блин, ты не снимай, ты пожалуйста. История успеха, ты да. Что? Ты чё, на? Девчонки, привет. Да, Лена. Сыграем в игру, назовите песню, я ее спою. Ну, попытаюсь, по крайней мере. Какую-нибудь. Макс Корж? Нет. Русские, не русские. Русские, русские. Сейчас слов не знаю. Не занят. Давай что-нибудь из Коржа. Из Коржа, давай. Мы с тобой два белых облака, и для чего мы рождены? Лететь куда ни попадя, или идти путем иным? Заполнять вагоны под землей, или покинуть города? Эй, тебе, конечно, будут говорить, как можно жить, но можно жить не так. В темноте летай, летай со мной в темноте. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня, давайте. Такая песня. Девчонки, привет. Загадайте три песни, и я одну из них постараюсь петь под гитару. Любые, что в голове есть вообще. Вот, давай, прикольно. Там Корж, там, не знаю. Руки вверх. Баста, руки вверх, давай. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла. Позвала всех своих подружек, но а как же я? Ведь день рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих немало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Спасибо, что приняли участие. Пока, успехов. Ребята, как видите, наступил вечер. Данная рубрика оказалась не такой простой для меня. Мы снимали примерно 5 часов. И если вы хотите продолжение, я не думаю, что оно будет, потому что это сложно для меня выйти из зоны комфорта, взаимодействовать с людьми. Еще песни не совпадают, люди отказывают, некоторые грубят. Но в целом довольно интересный формат. И если мы набираем 15 тысяч лайков, окей, я выйду, пока тепло, мы снимем вторую часть данного выпуска. Поставьте лайк, я очень старался для вас вместе с оператором. И прощаемся на этом. Всем пока. И пускай дождь идет, и молния с грозой, мне все нипочем, когда мы под одним зонтом. И пускай дождь идет, и молния с грозой, мне все нипочем, когда мы под одним зонтом.